комментарий. Ну, было очень тяжело. Погодные условия очень тяжелые были. Играли в 3 часа, конечно, это в это время, думаю, что очень тяжело играть. Было очень тяжело, да, по игре. Что, то есть по погоде и по игре вначале пропустили ненужный гол. И не могли никак, в принципе, собраться, играть свой футбол. Но потом успокоились, в принципе, начали, взяли мяч под контроль. Ну и забили гол. Второй тайм, ну, был лучше, мне кажется, чем первый. Ну, не получилось дожать. Но хорошо, что, мне кажется, взяли одно очко на выезде. Думаю, ну, можно занести в плюс это очко. Ты прошлый матч какой пропускал? Насколько вот ты позволил отдохнуть вот это время, набраться сил? Ну, думаю, да, потому что сейчас такой график, на третий, на четвертый день игра, сейчас все важные, ну как, все, ну, 23 человека, здесь подменить одного, второго, я думаю, что надо так правильно, как сказать, ну, выбрать состав, и кто сейчас может помочь, кто-то может отдохнет, другой поможет. И сейчас все важны, я думаю, что то, что я отдохнул, кто-то другой сыграл, тоже это в плюс пошел. Первый гол, ранний гол, насколько он, не выбил ли он из колеи команду? И вот удалось ли после этого гола как-то вот морально, психологически собраться? Ну, я не знаю, на 3-й минуте забили гол, в принципе, 3 минуты мы как играли, и первые 3, как играли, там, первые 15 минут, в принципе, то же самое. Не скажу, что он нас выбил, может быть, чуточку, может быть, нас собрал, что нужно сейчас чуть больше приложить, потому что сейчас нужно 2 гола забивать, чтобы выиграть, а не один. 1-1, как ты думаешь, это по игре счет? Ну, мне казалось на поле, что, ну, что не по игре, я думаю, что мы заслуживали победу. Как со стороны, я не скажу.